Девочки, всем привет! Приехала в продуктовый магазин наш Чхаранхи. Местные, наверное, знают. На Петропавловском шоссе. В общем, взяла кое-что из продуктов. Такая удача, еще нашла маринованные стейки. Мы хотели с супругом сегодня во дворе замутить барбекю. Вообще, я собиралась ехать просто за сосисками, но в итоге нашла говяжьи стейки. В общем, взяла кое-что там из овощей, зелени. В общем, будет у нас сегодня шашлычок. Шашлычок под коньячок. Еще такая песня. Короче, я пока жду такси, хочу вам рассказать. Кстати, взяла еще себе вот такую вот решетку гриль. Вот. Меня ждут сейчас такси, хочу вам рассказать про ситуацию, которая произошла в этом магазине примерно. Ладно, мой таксист приехал. Дома вам расскажу, что произошло в магазине. Ребят, я уже дома, разложила здесь все продукты, очень надеялась, что Эски все еще спит, но, к сожалению, нет. Я как только приехала, он проснулся, Иса вышел для того, чтобы подготовить там, ну, мангал, костер, все остальное. Мы вообще сегодня такие неподготовленные, все так спонтанно получилось. Мы вообще хотели сегодня с семьей поехать на какую-нибудь типа базу отдыха. Есть у нас такая на Старой Сунже с искусственным таким прудиком, но в итоге решили сообразить все это дома. Короче, поэтому мы такие неподготовленные, то есть у нас нет ни мяса, ни колбас, ничего, сами не мариновали, пришлось поехать. В общем, нашла один, единственный или же последний, не знаю, стейк в магазине, такой вот говяжий маринованный. Его взяла, такие вот сосиски из индейки и такие вот колбаски, но Иса говорит, что они не подойдут. Вот. Короче, сделаю вам сейчас по-быстрому обзор продуктовой корзины. Знаю, что вы это любите. Я сама такое люблю. И потом сначала прочту намаз. И затем начну мариновать эти грибочки. Взяла еще баклажанчик. Тоже хочу, чтобы Иса его на гриле приготовил. Но тут, естественно, не все, что нужно для нашего мангала. Кое-что нужно было, в принципе, в доме. Сливочное масло взяла, макарошки. Тут у меня укроп, петрушка, зеленый лук и листья салата. Взяла рандомные влажные салфетки. Завтра Эски впервые пойдет в садик. Нужны были салфетки в сад, нам сказали принести. Соль взяла, напитки. Масло у меня заканчивалось, его взяла. Это я вам уже показала. Взяла вот такой вот лаваш, прям горяченький был, по крайней мере, уже сейчас остыл. Взяла вот такой вот творожный сыр, новинка какая-то, овощи-гриль. Вот, со вкусом овощи-гриль, хочу попробовать его. Так, мы хотели приготовить такие вот хот-доги на костре, поэтому взяла вот такие вот булочки для хот-дога. Вот, сосиска у нас будут. Так, дальше взяла творог. К нему взяла еще вот такой вот мягкий творог. Буду готовить как-нибудь сырники. Он сказал, уже выносить, сказал? А, так, вот, держи эти. Носи, просто пусть пожарит. Так, взяла вот такую вот соленую кукурузу. Кумкуат она называется. Это прикольно, я уже как-то пробовала. Так, уксус взяла, печеньки, крабовые палочки, огурцы, так, помидоры, грибы, баклажан, такие вот яблочки. Ой, одно испорченное, ну да ладно, на них как раз скидка была. Так, картошка, молоко, кунжут. А, подготовить сейчас, хорошо. Так, как я говорю, я очень спешу, чай. Майонез, так, тоже спрайт, смесь перцев мне нужна была, тоже чай, обычно смешиваю вот с этим вот азерчаем, сыр, так, тоже молоко, не знаю, почему взяла разных марок, такое и такое. Эски, успокойся, горчица тоже пойдет на хот-доги, маринованные вот эти вот огурчики. И мы, главное, всех сами призываем. Ну, мы, имеется в виду, я и супруг, не покупайте ничего маринованного. Как это сейчас какая-то болезнь же? Не болезнь, а вирус распространился. Ботулизм, что ли, называется. Короче, люди отравляются от всяких консерв. В итоге мы покупаем корнишоны. Вообще, хотели еще купить корейскую, не капусту, а корейскую морковь. Но у нее уже срок заканчивался. Сегодня не рискнула. Так, взяла розовую соль. Так, ну и все, да? Всё. Так, в Инстаграме иногда бывает, что-нибудь закину два поста, девочки, тут такое произошло, и пропадают ради охвата, но в Ютубе такое не прокатит, потому что влог уже закинут, вы, в принципе, можете промотать и посмотреть.
Что тебе включить? Что включить, Эльси? Короче, поехала я сегодня в магазин Харанхей, с которого и начался наш влог. В хорошем расположении духа, в отличном настроении, в предвкушении своего шашлычка. Никого не трогаю, о плохом не думаю, хожу себе, брожу по магазину, набираю продукты, еще такая, думаю, вот этот момент, вот давно я не была в магазине, вот так вот, знаете, в супермаркете, чтобы вот с корзиной, в последнее время как-то так получалось, что я либо на рынке брала, либо делала заказ из Ленты. Ну, короче, хожу, набираю, не торопясь, такая, на лайте, на расслабоне. Короче, в один момент я взвешиваю то ли грибы, ну, в общем, неважно, что-то я взвесила, хочу положить в свою корзину. И у меня взгляд падает на какие-то, как их называют, ну типа как чипсы такие из водорослей. Кушали когда-нибудь такие, как листья нори, такие маленькие. В общем, много пачек этих листьев нори. Мы как-то их раньше во Владимире со свекровью часто брали, кушали так вот, ну на перекус. Ну, в общем, не суть. Все время отхожу от темы. Ну, короче, когда вижу их, вижу еще что-то не мое. Местами вот сверху то, что вижу, вроде бы мои яблоки, там, мои баклажаны. Не могу понять, в чем дело. Я сначала в этот момент подумала, а кто-то сейчас вот, ну, повернулся, раз, под, ну, закинул ко мне, подумал, что это его корзина. Ну, такое часто бывает. Вот. Оглядываюсь, вроде никто ничего своего не ищет, и я понимаю, я в этот момент решаю посмотреть на дно этой корзины, потому что я обычно всегда кладу туда свою сумочку, и потом уже начинаю закладывать продукты, вот, ну, для безопасности такой. И, короче говоря, я смотрю, на дне нет ни моего кошелька, ни телефона, ни карточки, короче, ничего нет, просто чужая корзина. Вот, и, в общем, я решаю подойти к сотруднику, да. У меня говорит, ничего страшного, тут есть везде камеры, не переживайте, сейчас, как бы, мы позвоним на ваш телефон, и все найдется. Мне отдают телефон, говорят, вы можете идти по залу, звонить на свой телефон, и как найдете, потом обратно вернете бой. Я такая, окей, звоню. На телефон не отвечают, и в какой-то момент я начинаю слышать, ну, свой телефон, ну, рингтон. Вот, и вижу свою корзину, сразу ее узнаю. На тот момент, ну, там не так много было продуктов. Ну, получается, я одну корзину чуть-чуть набрала, и потом начала набирать чужую корзину. Поэтому, а моя чужая, получается, немножко такая полная. Я не знаю, как-то я не заметила. Потому что я ходила, так закидывала просто. И, в общем, я вижу женщину возле моей корзины, как бы, ну, прям издалека поняв, что она не нашей нации, она была, соответственно, ну, по-другому одета, в джинсах такая. Я сразу как бы перехожу на русский и говорю, добрый день, извините, такая, знаете, наивная дурочка, думаю, что она просто, ну, типа, выслушает меня, я извинюсь, мы обменяемся корзинами и разойдемся. Ага, конечно, я не успела сказать, извините, простите, она такая сходу, это вы ушли с моей корзины? Я столько времени, она как бы орёт и при этом начинает раз со своей, короче, у нее получается еще третья корзина, когда она поняла, что она потеряла свою ту, ну, с которой я ушла, она начала по новой набирать продукты. Я понимаю, что она, ну, потеряла чуть-чуть времени, но там все равно, ну, максимум 10 минут, наверное, прошло, потому что в ее новой корзине не так много продуктов. Она что, когда я подхожу, я вижу, что она из моей этой первая корзина, которая у меня изначально была, перекладывает продукты в свою новую корзину. То есть она уже взяла новую, когда она одно время тоже походила с моей корзиной, понабирала там, потом поняла, что это тоже не ее, и взяла себе новую, и теперь со старой типа перекладывает свою. Короче, я вас запутала, наверное. Как попугай повторяет одно и то же. Я не буду это теперь раскладывать. Я это теперь не буду раскладывать. Я говорю, хорошо, я разложу или же попрошу сотрудника. Я говорю, извините, что так получилось. Нет, вы что, не видели, что вы уходите с чужой корзины? Все люди, подожди, Эски, все люди начинают оборачиваться, останавливаться. В общем, она привлекает все внимание, и так, ну, как бы, кто не знает, что произошло, по ее словам, может подумать, что я какая-то воровка вообще, знаете, потому что она снова повторяет, вы не видели, что вы уходите с чужим, как будто бы, знаете, эти продукты уже были оплачены, там, я с кассы взяла, унесла ее продукты, я пытаюсь ее угомонить, успокоить, я говорю, девушка, извините, так и так, типа, я также, ну, такая же жертва, можно сказать, да, обстоятельств, так получилось, я отвлеклась, вы отвлеклись.
Короче говоря, я не знаю, на ровном месте просто раздуло такой скандал. Просто я не ожидала такой реакции. Она из-за того, что типа ей пришлось... Что ты хочешь? 5 секунд, извините, отвлеклась. Я, которая считаю, что я больше могла пострадать, чем она, потому что у меня в той корзине моей, ну, изначально моей, лежал мой телефон, мои 3 карты, Россель, Тинькофф и Сбер. Ну ладно, если еще карты можно было заблокировать, я же еще потеряла телефон, получается. Я думаю о том, что там вся моя информация, все мои аккаунты. В общем, столько у меня мыслей в голове, а она тут про свою корзину и потерянное время. Ну, пусть даже будет там 15 минут, ну просто когда все живы-здоровы, просто как бы получилось так, что мы спутали корзины, я считаю, что в этом ничего такого сверхужасного нет. Вот, просто на ровном месте человек не может не контролировать ни себя, ни свои эмоции. Я просто думала, что мы обменяемся этими корзинами, я такая, ой, извините, и мы разойдемся. Ага, не тут-то было. Извиняюсь перед вами за свою бурю эмоций, просто я была шокирована этой неадекватной женщиной, ее реакцией. Я просто, клянусь вам, я была сбита с толку, что я в итоге не могла сконцентрироваться на своих продуктах и закончить свою покупку. Ну, в смысле, я как будто бы не знала, я стояла и думала, так, что я еще должна была купить, что я должна была еще купить, а сама на самом деле в этот момент перекручивала вот весь наш разговор и думала, что я такого ужасного сделала, что на меня просто на ровном месте наорали, можно сказать. И при этом она меня вообще не слушала, чтобы вы понимали. Ой, ну как можно было взять чужую корзину? Ну как? Ну так просто, вот так вот, случайно. Перс. Ты тоже грубо не отвечала? Я не знаю. Мне было неудобно. Вот мне же нужно, что грубость говорю. Берс, ну я же говорю, после того, как я уже отошла от нее, вот ситуация уже закончилась, мы уже разошлись. После этого я, конечно, уже стояла и думала, блин, надо было мне в ответ нагрубить, надо было это сказать, надо было то сказать. Просто в этот момент я была растеряна, и я не знала, что ей ответить. И лучше бы от нее отошла, отстань. Нет, мне же нужно было забрать свою корзину. У меня там телефон лежал с этой сумкой. Ну, забрала вот так. Отстань. Отстань, ага. Мама. И нет. Она поорала и ушла. Так, вот, вот этот фильм мы будем смотреть. Министерство нежентльменских дел. А смотри, какой ежик, Эски. Вот да, ежик, да? Девочки, всем доброе утро, всем привет. Это уже новый день. Мы пришли с Эски в садик. Пока что его не завожу. Он осматривает здесь территорию. Прогуливается. Вот такая вот территория. Это частный сад, в который ходил Берс. У нас сегодня первый день. Принесла салфетки сразу, постельку. Ну, мы, наверное, сегодня максимум до обеда, поэтому я даже подгузник не стала брать. Потому что я его раза два до этого приводила. Экспериментально, так знаете. Он у меня тут даже 2 часа не сидел. За дневную оплату приводила. Максимум через 1.5 часа приходилось забирать, потому что он кричал просто криком. Посмотрим, что будет на этот раз. Очень надеюсь, что хотя бы до обеда посидит. А вот так будем? Ну не в детдом, а в садик. Нет, его в детдом же сдала. Давала, Берс. Я захожу. Девчат, заказала себе новую сковородку на кухню. Такая вот среднего размера, российского производства. Думала, какую бы купить, потом вспомнила, что у моей мамы, вот этой фирмы, ну, на кухне всякие ковшики, жаровни, сковородки. И решила тоже себе взять, потому что, ну, она практически каждый день пользуется, довольно-таки давно. И сковороды показали себя лишь с лучшей стороны. Так, вот такая вот со съемной ручкой она. Очень такая износостойкая, с антипригарным покрытием.
24 сантиметра у меня диаметр. Вот. Вот так называется бренд. Мечта. Ничем не хуже, чем какие-нибудь Тефаль, Кукмара. Мне очень нравится. И к остальной моей посуде тоже хорошо подойдет. Заказывала на Яндекс.Маркет. Если кому нужно, оставлю ссылку в описании к этому видео. И недорогая, кстати. Вот. Новенькая. Все равно вещь, когда она новая. Такая красивая. Знаете, предпочитаю брать не очень дорого, ну, такую вот среднюю посуду, чтобы потом, когда она состарится, да, не жалко было менять. Все равно эти сковороды, как бы ты ими аккуратно, бережно не пользовался, все равно каждые 2-3 года их приходится обновлять. Вот моей как раз-таки где-то уже 2 года было, или 2,5, может быть, во Владимире еще покупала. Всем привет, друзья! Это новый день. По счету третий, в садике будем теперь считать от садика. Сейчас время 8:44, я отвела Эски в сад. Кстати, во второй ничего не снимала, вот когда у него был второй день в садике, потому что у меня были кое-какие дела. Короче, ездила, в общем, ничего вчера не снимала, но расскажу вам вкратце, что вчерашний день прошел просто идеально. Он провел весь день в саду, то есть полный день, с утра до самого вечера. Первый день, естественно, пришлось забрать пораньше, дабы не травмировать его сразу, через 3 часа после того, как я его отвела. Ну, до обеда я его уже забрала, потому что он, ну, временами плакал, потом успокаивался, потом снова плакал. А вчера уже мне сказали, все, уже оставляйте его. А вот, ну, я каждый час, первые часы каждый час списывалась, а потом уже пореже, но мне даже без моих сообщений скидывали постоянно отчеты. Вот, смотрите, кушает, вот, играет, вот, он ложится спать, вот, заснул. Ну, чтобы я не переживала, и по итогу он провел весь день, чему я бесконечно просто рада. Я смогла решить кое-какие свои дела за вчерашний день, и сегодня вновь в строю, вновь вам снимаю. А сейчас мы с Берсом вот стоим. В прошлом году, перед первым классом, Берс сюда точно так же ходил на подготовительные курсы, ну, к первому классу. А сейчас же я про него вновь вспомнила и решила перед вторым тоже его немножко поводить. Записала его вновь к Мадине для того, чтобы она с ним позанималась, ну, скажем, с его пробелами, которые у него были в первом классе. А они у нас были, потому что мы частенько пропускали из-за различных вирусов, то кость, скарлатина, ну, я думаю, вы помните. Поэтому мне нужно его немножко так поднатаскать, чтобы он нагнал, короче, программу. Идешь домой, будем читать с тобой. Нет? В смысле нет? Кушать? Ну, понятно, что кушать. Ты голодный? Да. Да, бедный мальчик. Мы не успели позавтракать. А так бы и сказал, тут же рядом кондитерская, он все говорит, может, сюда зайдем. Да я думаю, еще даже не открылись, Берс. Там открылись. Ну, открыто, но хотя там есть вон кассир. Ну, давай посмотрим, может, какие-нибудь пирожки. Там и хлеб продается всякий там, либо булочные, в общем, изделия, посмотрим. Сказала, они только вот открываются, готовятся, моют здесь. Ест вчерашний этот торт Прагу. Булочек еще не было, как видите, даже хлеба еще нет. Это видно вчерашний оставшийся. Думала какую-нибудь булочку взять или же пирожки. Вкусно? Он сам, в принципе, выбрал это. Там было еще из чего выбрать. У нас здесь же в поселке продаются вот такие вот фрукты. Решила вот взять себе абрикос, приготовить джем. Ну, варенье типа такое. Покажу вам. У нас отключили свет, возможно, немножко темно. В общем, я уже очистила этот абрикос, в смысле помыла, удалила косточку.
кое-что там вырезала, взвесила. Сначала взвесилась сама, потом вместе с ними. В общем, высчитала, что они без косточки теперь 3700. Добавлю, значит, столько же сахара. Покупала 4 килограмма. Изначально думала приготовить его как джем. Знаете, измельчить через этот... не блендер, как его, через мясорубку и сварить. Но потом решила, что просто я его чуть-чуть переварю и потом пройдусь блендером. Вот. Готовлю впервые. Не судите строго. Надеюсь, что у нас... Ой. Секунду. Все получится, надо убрать. Знаете, уже третий день ловлю себя на мысли, что я забываю о том, что Эски не дома и что он не спит просто. И говорю тихо. Мне нужно, в общем, привыкнуть. Короче, я сейчас... А так, кстати, вот 3 килограмма и 700 грамм сахара. Я сейчас немного привожу сюда и слоями буду засыпать абрикосы для того, чтобы они побыстрее пустили вот этот сироп. Сколько правда это или нет, но я читала, что такие вот не совсем зрелые, ну, недоспелые, скажем, да, немного такие зеленоватые, из них варенье получается даже лучше, гуще, за счет большого количества пектина, по-моему, писалось там. Ну, наверное, они лучше сохраняют форму для тех, кто хочет, чтобы варенье оставалось таким вот цельным. Но я этого не хочу, и я не люблю цельное варенье. Я люблю по типу как такой вот джем. Вот. Ой, этого сахара столько, у меня еще чуть-чуть вот осталось. Я, наверное, вот это не буду пока добавлять. Я сейчас его пересыплю в свою мерную кружку и посмотрю, сколько его остается. Так. Ну, около 400 грамм. Можно было бы даже... целый килограмм, мне кажется, не добавлять. Я лучше поставлю, сварю. Если мне будет недостаточно, потом досыплю еще. Что-то его много совсем. Уже и все фрукты покрыло вроде. Так, на медленном огне сначала. Я уже собираю пену. Варенье начинает вариться. Первые 20 минут я его просто поставила на такой прям слабенький огонь и ждала, пока весь сахар растает. Ну, естественно, я его прям, можно сказать, каждые 2-3 минуты помешивала для того, чтобы оно не пригорело. Меня предупредили, точнее, о том, что оно очень такое липучее, может легко пригореть. Дабы этого не случилось, я его прям часто-часто помешивала. Сахар полностью растворился. И затем я... добавила чуть-чуть огня, ну, такой вот средний ставила. И сейчас вот оно закипает, снимаю пену максимально, как это возможно. Минут 15-20 поварю, выключу и оставлю до полного остывания. И таким образом я сварю его раза 3, то есть считаю этот раз, вечером во второй раз и, наверное, на ночь накрою просто марлей. И утром третий раз сварю, выключу. Если, я тут смотрю, они у меня уже развариваются, эти абрикосы, если они будут недостаточно, ну что, хотя вряд ли, наверное, ну, такой консистенции, как мне хочется, я еще, наверное, поверх пройдусь чуть-чуть вот блендером и буду уже разливать по стерилизованным банкам. Просто посмотрите, как этой пены много. Девочки, всем доброе утро. Это уже следующий день. Хочу показать, как легко и просто. Я просто вот так вот вокруг голышка стерилизую банки. То есть оно и внутрь попадает. Ну и без труда. Так вот. А крышечки я вот так вот варю. Вот сейчас поставила в третий раз вариться. Вот такой вот сироп получился. Но он не такой темный, как здесь вот в таре. Сейчас покажу.
Вот таким вот варенье получилось. Это я сейчас перцу немножко положила. Густое, желтенькое. Но все же, как я и сказала, я хочу его, надеюсь, не испорчу, измельчить блендером, чтобы получилось как джем. Видите, вот к сырникам, к блинчикам, на какой-нибудь пирог. Просто идеально. Сейчас буду разливать. Так, девчат, получилось. Итого вот таких вот 6 баночек. Немножко такого янтарного цвета. Вот 6 банок. И немножко вот оставила нам к чаю. Сейчас покажу вам. Такое вот тягучее. Провела даже тест на хлебе. Нанесла на хлеб. Вот. Держится. Намертво.